Я заместитель руководителя управления экологии и окружающей среды города Алматы Абдулай Улан Мадиевич. Сегодня мы услышали в соцсетях обращение жителей по сносу деревьев по адресу Гагарина 80. Аппаратом Акима города Алматы оперативно реагировали на место выезда. В ходе выезда было выявлено компания Экомет, производится хранирование трех тополей в количестве. Также оперативно было вызвано сотрудников природоохранной полиции. Сейчас планируется принять меры по статье 386. Также будет взято гарантийное письмо. Количество 150 штук вместо срубленных трех деревьев. Осенний период планируется на том же участке, планируется посадка, компенсационная посадка.